Герой следующего нашего сюжета, выпуска «Холостяки», пожертвовал своим днем рождения, 8 марта, правда, у него день рождения, и он целый день говорил женщинам комплименты. Вот это мужчина. Да. Здравствуйте, меня зовут Александр Шмыгалев, я являюсь радиоведущим. Мне на сегодняшний момент 29 лет. По знаку зодиака я рыба, кстати говоря, день рождения у меня случился 8 марта. Ну, так получилось. Кстати, ни разу об этом в жизни не пожалел. Я очень люблю читать различные книги. Когда я урываю денек для отдыха, я на самом деле стараюсь прогуляться по парку. Может быть, даже просто иногда хочется дома посмотреть, полежать телевизор, попереключать каналы, сделать это с радостью, потому что очень времени, у меня мало времени на простой, обыденный отдых. Животное – это, в принципе, моя слабость. Нашел кота на улице, взял его, вот 4 года ему уже сейчас, дома живет, все прекрасно. Нежно-зеленые, может быть, светло-карие глаза. Вот это точно абсолютно та девушка, на которую бы я обратил внимание. Анджелина Джоли. Мне она нравится. Действительно красивая женщина, которая умеет себя преподнести. Безусловно, со своей любимой девушкой, со своей второй половинкой я готов на большие подвиги. Хочется найти именно ту, с которой вот уже все, на всю оставшуюся жизнь. Я не верю в чувства, когда люди говорят, что нужно познакомиться, а потом чувства появятся через месяц, через два. Нет, если они не появились сразу, то откуда же им взяться через месяц или через два? Поэтому любовь с первого взгляда – да. Родная, любовь моя, та самая единственная, долгожданная, неповторимая. Я жду тебя и надеюсь, что уже очень скоро мы с тобой встретимся.